Соревнования юных дзюдоистов проходят под девизом «Не сдаваться, бороться до победного». Такой призыв спортсмены выбрали не случайно. Свою победу они посвящают памяти ветерана Великой Отечественной войны Нурашу Жудабаю. Особенно почтенно и волнительно сегодня внуку героя Калжигиту Сиитову. Мой дед был ветераном Великой Отечественной войны. Мы чтим его память и организовали этот турнир под дзюдо в его память. Также планируем проводить такие соревнования ежегодно, чтобы поднять высоко знамя наших шымкентских борцов. Участниками городского турнира стали больше 130 шымкентских дзюдоистов 10-12 лет. Дмитрий Сенченко мечтает о титуле чемпиона. К этим соревнованиям он готовился несколько месяцев. Я готовился месяца три. Не первый раз уже участвую на таких соревнованиях. Готовился я сильно, хочу занять первое место, чемпионом стать. Организаторами соревнований выступила 10-я спортивная школа. Лучшим, а это более 40 дзюдоистов, спонсоры турнира вручили грамоты и медали. Дмитрий Сенченко оказался в числе призеров.